Друзья, данный обзор будет посвящен проекту под названием Bravo. Bravo Pay – это у нас мобильное платежное приложение, и когда мы думаем о криптовалютных транзакциях, то мы подразумеваем безопасность и анонимность. Как и было задумано изначально, то революционный подход платформы и разработанное приложение, оно значительно улучшит анонимность платежа. Важным аспектом является то, что Bravo имеет возможность предоставить уже готовое решение, и с помощью технологии блокчейн система реализует анонимные и безопасные транзакции во всем мире. Идея Bravo очень актуальна в наше время, она очень быстро развивается, так сказать, в эпоху наших технологий, и не каждый банк может предложить вам персональное приложение, то есть интернет-банкинг, которое удовлетворит вас полностью. Медленные переводы, взломы кошельков, то есть хакерские атаки, и это даже недалеко весь перечень, чему может подвергнуться ваша платежная система. Поэтому Bravo и разработал свое оригинальное приложение P2P, которая называется Cryptocurrency Payment Application. Особенности данного проекта – это, конечно же, в первую очередь конфиденциальность, потому как Bravo найдет вас через GPS, но сохранит вашу частность и покажет только лишь номер кошелька и перевода. Также анонимность в приоритете, надежность, потому как платеж пройдет оперативно и без комиссии, безопасность, потому что анонимные транзакции при помощи блокчейн будут, в принципе, содержать в себе максимальную безопасность. И также шифрование данных, то есть быстрая регистрация, добавление банковского счета или же карты. Также мы плавно с вами подошли к дорожной карте данного проекта. Мы видим о том, что идея данной компании возникла у нас с 2013 года, то есть проект не новый и, в принципе, разрабатывает свои технологии, свои идеи с каждым последующим этапом, который выражен здесь непременно в дорожной карте. Также Bravo решает различные препятствия на текущем рынке платежей, конфиденциальности пользователей, как я уже говорила ранее, методах блокировки и криптовалюты. Эта технология является очень сильной, но есть еще значительные проблемы, которые мы стремимся улучшить и решить. В глобальном масштабе, в принципе, проект переходит в общество без денег, но миллиарды людей не имеют банковских счетов и должны зависеть от налички, то есть наличных денег для зарабатывания на жизнь и также оплаты товаров и услуг. Криптовалюта останется в значительной степени недоступным для большинства людей, предприятий, которое, в принципе, возникает из-за своей сложности. Массовое внедрение существующей платежной платформы на блокчейне негативно сказывалось на дизайне, отсутствии простого в использовании интерфейса, и у них сложный процесс, также и ключевая система управления, то есть они не обеспечивают анонимность, безопасность, затраты на транзакцию могут быть дорогостоящими, медленными платформами из-за высокой латентности. Сложно, иногда даже неуклюжие пользователи не забывают о простоте и силе технологии блокчейн. Поэтому Bravo делает мобильные платежные платформы, которые поддерживаются блокчейн, они устраняют технологические проблемы с сегодняшними рынками микроплатежей и также увеличивают удобство использования и принятия для потребления и бизнеса. Bravo является одним из немногих ICO сейчас в реальном мире, которых есть уже существующий бизнес, потому как вы видели по дорожной карте, что они действительно уже существуют с 2013 года. И также разработано решение. 9% мнения компаний пришли из созданных предприятий, и почти половина из них не разработала продукты до начала компании ICO. Так вот, Bravo быстро растет и имеет действительно сообщество из десятков тысяч активных пользователей в нескольких, в принципе, отраслях. Поэтому, если вам понравился данный проект, то непременно присоединяйтесь к нему, изучайте техническую документацию, которая у нас есть на различных языках, в том числе, конечно же, и на русском. Если вам удобнее всего ее скачать, то, в принципе, ознакомьтесь, читайте, изучайте, и если у вас возникают какие-либо вопросы, то задавайте их под данным видеообзором. А пока что на этом все. Давайте вместе следить и наблюдать за новостями и обновлениями данного проекта. И не забываем подписываться на все социальные сети данной компании для того, чтобы быть в курсе всех событий. Что ж, на этом пока что все. Всем хорошего дня. Всем пока.